Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошел! Отставить! Это у нас так, перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пошел! Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры! Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Вячеслав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже дни. Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо мельника. Они вместе нашли Д-6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезности и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты «Черные» представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм, отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я... тряхнул стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Молчишь? Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучёныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят! Стоять! А ты... Стоять, я сказал! Вы... делайте, что хотите. Но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор.
Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи! Наконец-то. Садись, Числа, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом? И после его безвременной кончины, генсек, вы... Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Косёл. Допрыгаешься еще. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину,
Тогда, возможно, с основного направления не встретит сопротивление. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Да не ссы. В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай. А я показал. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это делает. Ну-ну, мужик, че руки-то дрожат? Руки, ладно. Главное, чтоб еще другое не дрожало. Так, собрали. Что? Красный что здесь? Провод. Блин, красный то ли провод. Почудилось, то ли есть то. Что за... нахрен? Готов! Противник близко! Может, ушел? Черт!
Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Все быстро по маршрутам! Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пули в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! Есть! Не понял. Что за... Что такое? Шум. Вроде... Ах ты! Кто здесь? И все-таки стоит проверить. Кто здесь? Черт подери! Кто? Вроде же кто-то тут где-то. Эй, осторожно там, не... Внимание! Противник рядом! Тревога! Вот он! Сейчас по тебе крышка! Отомстим в контре! Ах ты, гад! Ну-ка! Блин, не брать! Кто здесь? С недосыпа не такое чудится.
все же видел вокруг все это. Так и простыть недолго. Подозрительно тут. Вроде тихо. Что? 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 Что здесь? Блин, то ли почувствовалось, то ли есть кто. Я тогда в госпитале был, только потому жив и остался. А что было-то? Ты чё, про заставу на мосту не знаешь? Да? Что? Чего-чего? Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывались за ту технику. Ну, расписывались, а толку? На той неделе... Эй! Так, всем внимание! Приступаем к плановой проверке агрегата. Петруха, готов? Ща, минуту!
Возня все же. Не понял, кто это? Так и простыть недолго. Все, готов! Кто так? Тогда давай поспим. Дождик. Состояние катализатора. Норма! Да вы все же не допускали. Нормально! Показатели расхода. В норме! Обороты компрессора. Нормально! Порядок! Убить! Тревога! Убить! Тревога! Потери! У нас потери!
Там и груз. И вообще, не напрягай. Мне так не посмотрю. Пленный брат! Теряйте людей! Контре!
А ну лежать! Не дрыгайся, мозги вышибу! Погоди-ка, Артём, ты что ли? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи. Так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в полис собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и из самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что бери. Залезай! Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Thank you.
Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать.